Привет, дорогие друзья! Не так давно я снимал и выкладывал короткое видео, где два боксера боксируют, один проводит серию ударов, бьет много ударов, но ни один удар не доходит до цели, то есть он не попадает, бьет по защите. В то же время его соперник наносит комбинацию и в одной комбинации попадает целых три удара и по голове, и по печени засаживает. И сегодня я расскажу вам, как бить и гарантированно попадать. Есть много причин, почему вы бьете и не попадаете. Но главная причина — это вы не раскрываете своего соперника. Вы боксируете, соперник готов к вашим атакам. То есть вы его не раскрываете, и он, соответственно, защищается, уходит и не пропускает удары. Представьте, что вы зашли в гараж, завели автомобиль свой, да, но не открыли двери гаража, то есть вы не раскрыли себе проход, вход, выход, да, и, соответственно, куда вы поедете на машине? Дверь закрыта, нужно сначала раскрыть ворота, да, потом уже запустить двигатель, сесть в машину, да, и уехать. Также и здесь, друзья, вы должны, боксируя, раскрыть своего соперника, заставить его опустить руку, раскрыться и уже потом бить и попадать. Самый простой способ раскрыть соперника — это, конечно же, показать в корпус, а ударить в голову. Или наоборот, показать в голову, а ударить по корпусу. Но здесь есть один нюанс, о котором не все знают, и о котором сейчас я вам расскажу. Но чтобы вы четко поняли, о чем пойдет речь, представьте, что вы идете, вот как я сейчас иду по парку, гуляю, да. И если сзади ко мне медленно, спокойно подойдет человек, то я его увижу, да, только когда он коснется, хлопнет меня по плечу, только тогда я обернусь и я его увижу, да. Но если человек сзади будет бежать, да, пытаться ко мне добежать до меня, ускориться, бежит, он дышит, он топает, да, его слышно, я повернусь намного заранее и увижу, да, что человек ко мне близится, хочет нанести мне, возможно, какой-то ущерб, да, может быть, просто поздороваться. Так вот, друзья, здесь то же самое. Когда вы обманываете, когда вы показали в корпус, да, чтобы ударить в голову, если вы покажете в корпус резким, быстрым движением, то противник поймет, что что-то здесь неладно, что его хотят здесь бить, хотят обмануть, хотят атаковать, да? И он, естественно, разорвет дистанцию и убежит. Поэтому первое правило, друзья, медленно, спокойненько, оп, показали мягко тогда, то есть плавненько, раз показали, и тут же быстро взорвались, ускорились, пробили удар в голову. Вообще нужно сказать, что это один из таких основных способов обмануть соперника, это именно поменять скорость удара. То есть вы набрасываете легко, медленно, как бы касаетесь, нащупываете соперника. Тем самым вы приучаете его к медленной скорости. Вы даете ему понять, что вы вроде здесь не опасны, да, не стоит тут какую-то от вас ожидать угрозу. Потихонечку, спокойненько набрасываете, и в нужный момент, когда видите, что противник усыпил свою бдительность, да, вы быстро взрываетесь, бьете, наносите быстрый, четкий удар. И вы его, друзья, обязательно попадете. Ну что, друзья, кому понравилось, ставим палец, подписываемся. До новых встреч. Бам!